чтобы найти магазин рукоделия в Сиам Парагоне, вам нужно подняться на 4-й уровень. Ищите Asian Arts and Crafts. Уровни отмечены на эскалаторе номерами. И не путайте, пожалуйста, с этажами. Этажи в нашем российском понимании и уровни в Таиланде – это совершенно разные вещи. Магазин рукоделия и пряжи в Бангкоке, в Сиам Парагоне. Нужно сказать, что в самом-самом глухом месте, в самом углу 4-го этажа находится это красотища. Я вам проведу короткую экскурсию, вы посмотрите. Здесь находятся материалы для пэтчворка, вышивальные машины, швейные машины, иглы, наборы для творчества, всевозможные аксессуары. Здесь же проводятся занятия по обучению вязания на разных приспособлениях, спицами, крючком, представлены готовые работы. Но нужно сказать, что все очень дороговастенько. Вот, например, я сейчас возьму попробовать пряжу. Я вам ее сейчас покажу. Это пряжа, итальянская пряжа, 73% коттон, 27% полиамид. И стоит она, нужно сказать, 375 бат. Вот эта вот пряжа Софти лежит. Это не Ализе, это нынешняя здешняя марка. Она стоит порядка 200 бат. Пряжа для крючочка, ниточек, пяльца. Крючочки непосредственно сами. Вот, цена вы видите, 50 бат, 35 бат. Здесь же висят связанные изделия, готовые, которые можно приобрести. Спицы, молнии, крючочки. Ну, для примера, спицы, шестерочка 40 сантиметров, 525 бат. Также есть спицы Адди, бамбуковые и металлические. Ну, бамбуковые я нашла. Это не Адди, это просто бамбуковые спицы, 40 сантиметров, 585 бат. Эти машинки, приборчики для вязания, лупа, всевозможные приспособления для вязания, как на тонкой пряже, так и толстенькой. Очень-очень интересно. Вязание на вязальных приспособлениях здесь очень распространено, поэтому это не редкость. Очень интересно. Крючочки. Поскольку 325 бат, 3 крючочка для вязания кос. Но для крючочков это несколько дороговато. 150 бат набор маркеров. Ну, как-то для маркеров тоже дороговато. И готовые вязаные изделия, например. Смотрите, тоже очень красиво. Так, пряжа, пряжа, ленточки, пряжа, пряжа. Пряжа для крючка. Здесь представлена пряжа китайского производства, японского. Также очень широко представлена марка фирмы Катя, Аустерман. Вот смотрите, пряжа Миабелла. Интересно, сколько же она получается по стоимости. Очень интересные цвета. 675 бат за один моточек. Вот цвета классные. Амбра, Меланж, Аустерман. 395 бат за моточек. Классная пряжа, я себе обязательно сейчас что-нибудь выберу, прикуплю. Это что, 245 бат, Made in Japan, Milky Baby. Это пряжа для деток. Made in Japan. Пряжа фантазийная. В общем, есть где разгуляться-то. Ниточки, всякие приспособления, машинки. Очень интересно. Подушки, готовые наборы для творчества. Очень интересно. Иголочки. Швейная фурнитура. Пойдемте еще смотреть пряжу. Подушки, красивые наполнители, флис. В общем, для любого вида рукоделия каждый себе найдет то, что нужно. Вот иголочки, например, для швейных машинок Бернина. О, как запчасти. Здорово. Так, пряжа еще, иголочки, всевозможные. Так, еще пряжа. Ух ты, какая. Это
Это что это такая красота? Это фирма Катия Мемори. Стоимость моточка 295 бат. Я сейчас тебе чего-нибудь обязательно найду. Что-нибудь красивое. А вот это Катия Мерино Софт 350 бат. Ну какая интересная фантазийная фламбе пряжа. 350 бат моточек. Бамбуковая, что-то хлопковое. Интересно. Ну-ка, давайте посмотрим. Катия Бомбей. 520 бат за моточек. Так, это пряжа полушерстяная. А вот Иванна's Choice Tweed Stripes. Я вязала комплект из этой пряжи. Чудесная. Очень приятно. Конечно же, травка. Замечательная травка. Пушистая. Еще, это еще Катя. Cotton Jeans. Очень интересная. Ух ты. Ух ты. Что я нашла? Торнадо. Интересно. Похоже на акрил по составу. 395 бат. Полиакрил, полиэстер, да. Вот. Так. 120 бат. Акрил. Вот она же. Джолие 120 бат. Акрил, наверное, по составу. Не вижу. Наверное, стопроцентный акрил. Вот большие моточки. Это тоже акрил. 420 бат. Детский акрил. Принтерная окраска. Очень красиво. Очень здорово. Вот Ванна's Choice. Я из этой пряжи покупала здесь пряжу. Вязала чудесный берет и снуд. Очень мягкий, классный получился. Поэтому очень рекомендую. Вот, а цветов тоже, цветовая палитра очень богатая, можно подобрать себе для любого изделия. Так, а это что интересно, Катя Сиагон, 380 бат за моточек, 100 грамм, 100% акрил. Ну вот, а я думала хлопок по внешнему виду, похоже на хлопок. Так, еще вышивка, еще пряжа, ниточки. В общем, интересно, много всего разного, брендового можно подобрать. Конечно же, швейные машинки самых разных марок и Жанна Мэй, Бравер и другие марки известные, представленные. Не буду перечислять все. Еще спицы Knit Pro. Маленькие, укороченные, всякие запасные части, вот, маркировочки. То есть куда разгуляться, есть на что посмотреть. О, я еще одно приспособление нашла, еще одну луну, на чем вязать можно. Большая такая, с дополнительными папазами, с дополнительными этими штучками. Сколько она стоит? 320 бат. Для Ирины бы взять такую штуку, чтобы она мне вязала. Дочка мне вязать не может спицами, крючком, но ручки не слушаются, еще маленькие. И вот эту штуку, я думаю, я и возьму. Итальянская. Очень много итальянской пряжи. Очень много разных марок. Тоже вот Адриафил Кристалла. Очень много. И многие пряжи лежат, их можно пощупать, потрогать, посмотреть. Не только вот Италия, но и, допустим, Япония. И, ну, самые разные. О! У меня упали колобочки. Простите, пожалуйста. Вот. И травка меховая. Очень разная. Травочка 150 бат. Нежнейшая для игрушек, для каких-то... для верхней одежды, шарфиков, очень мягкие шапочки, полушерстяные, уже связанные, можно потрогать, как та или иная пряжа выглядит в изделии, посмотреть и подобрать расчет, посчитать, сколько нужно той или иной пряжи для вашего изделия. Это очень интересно, очень удобно. Еще одна марка Юника, 100% итальянская шерсть, а производитель тот же Адриафил. Очень хороший магазин. Всем рекомендую. До новых встреч. Путешествуйте, радуйте себя и занимайтесь любимым делом в любых уголках нашей богатой земли. Всего доброго. До свидания.